Здравствуйте, всем привет, всем ребята! Всем изэм! Привет! Сегодня 2019 год, 13 декабря, и мы едем в Красноярск на концерт Славы КПСС, Славы из антихайпа. И мы остановились возле мороженого Голландка, и мы будем есть сегодня яйцо, открывать яйцо. Киндер сюрприз Макси, точнее обзор на остановке возле мороженого ларька. Будем показывать, будем рассказывать и пробовать вот такой киндер сюрприз. Мы едем в Красноярск, а обзорчик на киндер яйцо снимем, ребятки, покажем и расскажем. И Даша снимет на обзор на наше яйцо. А в остановке у меня в руках, да, нет? И у тебя в руках. Даша, подержи. Даша держит наше яйцо. Да, Денис, подержите. И Даша. И что получается? Даша держит. Потрогала Денис. Ладно, это шутки, конечно. Название видео. Да, сейчас открываем. А что, правда у Дениса держит? Ладно, все распаковываем. Вот такое яйцо, такого размера. Я никогда такие яйца не пробовал. Давай, Денис, пробуем. Открывай. Там что за сюрприз? Пробуем оценить густирование на вкус, аромат. Киндер-яйцо. Точнее, шоколад будем пробовать. И что за игрушка? Вау! Такая игрушка, наверное. Ну, вон, такая половина яйца. А сколько времени есть у тебя это? Часы? Да, конечно. Часы? 10:48. Так, сейчас я... О! Так. Сейчас время посмотрим, ребятки. Сюда можно налить, короче, попить что-нибудь. И оставить, да? Время. 10:48. 48 минут 11. Без 12:11. Две половинки два яйца. Каждого по два яйца. Будем пробовать, Денис? Ломай, вы, наверное, будете это. Ой, не надо. Оно такое. Кусать надо, кусать. Кусай наше яйцо. Оно, в принципе, нормально. Ну, только заморожено, да? Офигенно. Я поможу. У нас яйцо ворует наше. Жрать охота. Вкусное четкое яйцо. Главное, чтобы игрушка была классная. Силы нету, что ли? Что-то больше наварили, чем съели. Ну, крошится. Обзор на киндер-яйцо на остановке, на морозе в Сибири, в России. Медведь попался еще на санках. В Красноярском крае, в Сибири, в России. Обзор на шоколадное яйцо. Возле дороги, возле мороженого ларька. Очень холодно на улице. Да. Ужас. Покажи, сейчас Денис воткнет и дай продолжим. Денис умеет это делать. Дай вкусно. Она вкусная, вкусно. Укажу потихоньку, да? Угу. Даша, там. Эй, как ты? Что это за корыто? Оператор. Что это за херня? А это типа сидушки, что? А, это катать его. Мне-то как... Сидушку делать? Ну почему? Он должен садиться на жопу, как-то вот туда дырка, видишь? Вот это вот, видишь, вот это. Мы же не в Хакасе. Ну, вот, а, вот Красноярский это... край! Подожди. Россия, Сибирь! Мороз вот и холод, холод и мороз. А мы яйцо едим, едим яйцо. Обзор делаем, рассказываем, показываем, дегустируем на вкус, аромат. Все! Подожди, еще игрушку не собрали, кого? Все. Аля сейчас игрушку собирает, покажи. Это какая-то качалка такая. Возле мороженого ларька. А вы хотите мороженое? Давай, нет, он закрыл. Аляй, выкинь сигарету. Угу. Оденься, садись. Ну, а потом замёл этот, простынешь. Аляй, забирай деткам, да? Можно, Руслан? Да, конечно. Вики, возьми. Хорошо. Пробуем оценить густину на вкус, аромат. Шоколадное яйцо, киндер-сюрприз. А, он не сядет. В Сибири, он в России. Он ложиться должен. Да ладно. Клея надо купить. Там, дома, соберешь там. Положи. Вот, ребятки,
Вот сейчас мы вот здесь. Очень вкусно, очень холодно, очень классно. Да, все были с Дашей, с Денисом. И Аляй была, и Жека был, и все были. Кушать яйцо с Русланом. А сейчас Денис придет вам, сейчас Денис придет. А что ты, что ты здесь? Денис в туалет пошел. А шпроты где? Вон они на капоте стоят. А шпроты потом, да. Это под игрушку. А вот, вот это тоже надо прибрать. Прибрай, может, куда потом отдашь нам. Хорошо. Потому что некуда ложить. Всем удачи, радости и счастья. Какаду, ду-ду-ду, какаду. Вот. Пойдем с Денисом в туалет. Посмотрим. Ну, имею в виду, долго ли он там будет. Сейчас пойдем. Так, ладно, там мужики дальше. Стоим тут. Так, стоим тут. И не двигаемся. Так, дальше. Так, идем. Я на стил себе супер друга. Да, песня есть такая вроде. Я на стил себе супер друга. А где он? Твоя подруга. Они в туалете с Димой. А, ну сейчас выйдет как раз. Мы попробовали яйцо, и Денис побежал. Да. Ой, Денис, мы тебя все ждали. Хотели туда зайти. На это зрители все говорили. Ой, Денис, давай туда заходи, заходи. Но я не стал заходить. Правильно. Ну, всем удачи. Мы, получается, возле мороженого ларька в Сибири, в России, в Красноярском крае. Короче, не возле мороженого, там, возле туалета. Да. Попробовали, оценили, продегустировали там, а унесли его туда. Так, ладно. Всем пока, удачи. Здраво, благо, радости, удачи. Всем пока. Пока.